Ребята, еще раз повторюсь, очень много красивых цветов в городе. И значков сейчас обойдем. О, какая беседка обалденная. И мы все-таки уговорили Денис Андреевич. Не благодарите, ребят, пишите комментарии. Спасибо, Анастасия. Едем в самый красивый пляж Турции, Капотаж. Отсюда, ну, с Каша, 20 минут на машине, значит, на автобусе где-то около часа с центрального автовокзала. Ну, собственно, он тут один маленький такой. Он около той мечети, кстати, которую вам не видно. Да, ребята, вот наш остров, и мы сегодня едем. Каш, собственно, там в начале острова позади остался. Едем в Капотаж. Огромная просто, нереальная стоянка яхт. Сколько стоил билет? Лир 20 с чем-то, да? Короче, значит, 28 лир дали на троих. Это сколько? Не знаю, считайте. Ребята, там наш отель. Ой, сейчас пока попытаюсь его найти. Где-то вот, ну вы поняли, все трясят. Еще вот такая небольшая часть острова остается, ну там уже стройка. Так что не за горами, может быть, эту часть острова тоже достроят. Ребят, по пути очень много крутых бухт. Если на машине, то можно, конечно, останавливаться, фоткаться. На автобусе такой функции не предусмотрели. Это куда вы пошли? Куда пошли? В общем, доехали мы до этого Капотажа. Народ уже вовсю тусуется, купается, отдыхает. И мы там что-то исследуем. Ребят, так как мы отдыхаем в Каше, то мы доехали до Капотажа. До Капотажа, потому что это самый лучший пляж в Турции. И еще 15 лет назад, да? Да. И сколько? Можно было доехать на него только с моря. А сейчас вот сделали такие ступенечки. Доезжать нетрудно с Каши, с любого города. В принципе, спрашивайте на вокзале Капотаж и кричите заранее: остановите Капотаж. Пляж, Каш. Пляж, Капотаж. Да. Чем он еще отличается, ты там читал? Не знаю. Короче, просто самый лучший пляж, ребят, да. Поверьте, идем пробовать. Мы уникальны с вами, просто приехали поснимать, но тут все купаются, уже все голые. Мы не взяли ничего, ни ребенку, ни себе, в чем купаться. Так у нас море прямо из отеля есть, шо нам? Ну да, но мы там же не плаваем. Здесь то вот хочется, все плавают. Я вспомнила, 192 ступеньки, вот что я сейчас. А, вот это да, вот это он отличается. Он прям буквально год-два назад еще того даже заведения не было, представляешь? Да? Ага. Песчаный пляж, кстати. Песчаный и немножко галечный. В общем, это у нас ущелье Капотаж, а вот там наверху еще какие-то строения есть непонятные. Не видно ничего снизу. Конечно, красиво там посмотреть на все это дело. А еще красивее побывать. А вот если сейчас, я сейчас пальчиком покажу. Да. Летучие мышки вон там живут. Вот, говорят, что на Карибский бассейн очень сильно похоже. Приложим потом фоточку для сравнения. Ребят, а песочек у нас вот такой. Мелкий, белый, очень красивый. Редко где такой встретишь. И все купаются, в отличие от всех пляжей, да? Ребят, вижу цель, не вижу препятствий. Так как мы еще в этом году не загоревшие, идем в тенечек. И будем стараться прятаться там. Вот я не очень люблю холодную воду, но сейчас бы я прям нырнула. Потому что как-то очень жарко, и все купаются. Тоже очень хочется такая вода. Я не знаю, может быть, когда-нибудь еще сюда приедем. Ребят, это просто балдеж, конечно. Все прозрачное. Ну, в сезон, я думаю, тут уже будет побольше людей. Но, кстати, температура воды, ну, мне кажется, градусов это... 19-20, такая еще бодрящая. Андреевич отказывается купаться. Просто у него единственное, у кого есть трусы. А вот это выглядит так, с другой стороны. Почему? Я сказала наоборот, что у тебя они есть. А, ну ладно. Красота неимоверная. Ну, конечно, самое основное — это цвет воды. Многие сравнивают там с Мальдивами, с Бермудами, с чем только не сравнивают, да? С Карибами. С Карибами. Ну, вы сами все видите. Это шикарно. Ребят, кстати, еще такой цвет воды на турецких Мальдивах. И, кстати, на пляже в Клеопатре в Алане вот аналогичные такие маленькие камешки. Из-за этого очень цвет воды, я так думаю, белый. Красивый, голубой получается.
Так, мы посмотрели, теперь пойдемте обратно. Что можно сказать? Мы-то без купальников. Не делайте так, не надо не брать на пляж ничего. Опять смена оператора. Ребят, и мы только уходим, и тут приплывает яхта. Так что, если вдруг у вас есть яхта, можно сюда также приплыть. Это, кстати, муниципальный пляж. Здесь есть и душ, и туалет выше. Все-все есть. Еще, конечно же, в сезон есть шезлонги и все прочее. Очень красивая беседочка. Я так понимаю, тут такое мини-кафе. Можно поесть. И мы, кстати, сейчас видели ястребов или орлов. Но сейчас не видно, как назло. Спасибо, ребят. Вот цветочек, чтобы вы сюда приехали. За цветочком. Классные кабинки с видом на пропасть. Все, смотрим на эту красоту. И уходим. Обязательно, ребят, берите с собой солнцезащитные средства, потому что солнце очень сильно в Турции. Особенно, кто только что приезжает. Ребят, самое обязательное, что нужно знать в любой Турции, берите воду побольше. В любой Турции. В любой Турции. Нереально хочется. И солнцезащитный крем, желательно SPF 50, потому что все обгорают, ребят. Очень многие туристы обгорают даже за полчаса, за час, все. Люблю, целую. Даже зимой нос у нас постоянно обгорает. И зимой, да, бывает. Ну, кто на пляже, если валяется, то да. А летом можно минут за 20-30 спокойно сгореть. Ну, днем. Ты немножко сверху снять, как-то, или ты снимала уже? Ну, я снимала. Или я уже раз 20 такую красоту сняла. Нереально. Ага. Ребят, как всегда, киски на подушках. Это подушки с подогревом. Ребят, приезжаем сюда уже, ну, приехали с пляжа, собственно, гуляем второй день уже по центру, и уже как все домой, да, уже все знаем. Прошли весь каш вдоль и поперек за день. У нас вечная проблема выбрать кафе или ресторанчик, потому что их тут много, но это ладно. Но такое это ощущение, что тебя где-то обманут, очень неприятно. Ой, смотрите, как вы красивы. Ой, мне Моника тут головой стукнула. Это заказано. Короче, все меню несите. Все, мы готовы. Давай. Принесли лепешка со шпинатом гюзлеме. Я не помню, сколько она лир. 60 лир. Это, видимо, к ней. Бонусы. Да. И сейчас еще картошечку Моники. Ждем. И картошка сколько у нее? 60 лир, да? Тоже, по-моему, лир 60, да. 60-60. Такие средние цены. Итого 130 лир. И чай еще. Ну, 130 лир вместе с чаем, да. В общем, сильно увеличивать не буду, но там на горе увидел какие-то окошки, скалу прям врубленные. Что это, я не знаю, но оттуда цепочка идет такая интересная. Ребят, этот человек сказал, что здесь рядышком и выше намного раньше. Зато отсюда видно вон наш пляжик, по-моему, последний где-то на видео. А наш отель не могу узнать. А, по-моему, вон там вот. Вот он. Красота, ребят, нереально. Сегодня решили испытать бассейнчик. Да, пойдем. Я не знаю, мы здесь Денис говорит, что мы сюда должны пойти. Мы еще ни разу так не ходили, посмотрим. Это когда ночью? Посмотрим как раз другие виллы, отельчики, что тут. По-моему, это к одной спуск, нет? Ну ладно. Денис, а мы аж вон он, наш отель. Не пойдем сюда, не пойдем. Мы первый день по этой дороге сюда ехали. Ну, не поеду. В тупик. Ну ладно. А теперь смотрите, как нам туда вверх забираться. Дай мне карту. Посмотри по карте. Че по карте? Километр еще идти, блин. Говорю, не будем выходить. Нет, давай выйдем. Всего лишь километр, да? Сколько? Полтора? Полтора? Это мы нашли мега-дуванчик. Вот это да. Да, будешь ждать? Ну что, будешь ждать? Дуется? Ну так, с переменным успехом. Как красиво. Согласна. Уже зреет. А где зреет? Вот они, Настины любимые. Это плоды. Старые. Это новые. А, вот эти малюсенькие? Ага. По-моему, нет, это какие-то листья. Смотрите, он 3 метра, наверное. Ну, большой, да. Огромный. Кактус. Я вас не хочу догонять. О, вон у нас поворот. Денис, ты хочешь сходить еще один поворот?
Может, уж дойдем, как обычно? Денис. Наши цветочки. Кисунчик такой обалденный. В этот раз поверим Денису, потому что здесь указатель Корсан. Корсан Ода. Ой, слушай, Зай, давай. Какие красивые у всех беседочки, рецепшены. Так, наш, по-моему, следующий. Чуть-чуть дальше. Нет, еще чуть-чуть дальше. Очень интересно у всех, смотрите, беседка тут, ресепшн, а сам отель внизу. Крем, все, мы, ребят, дошли. Будем опробовать бассейн, как говорила. О, персонал. Гириш, персональный вход? А куда это персональный вход? А, для персонала, может быть? А, да, для персонала вход. Точно. Да, потом крем. Все правильно. Ага. Ребят, что-то мало мы с вами выбрали. 2 дня всего отдыхали. Что можно сказать? Хочется это побольше, да? Надо хотя бы на 3 дня, но дела в Анталии ждут. Какой? Чтобы плавать, обгоречный крем, да? О, ребят, я уже себе приглядела беседочку вон ту. Я буду лежать. А они будут плавать в жилете. Они уж сегодня на пляже поплавали. Вот, а тут еще даже теплее, чем на пляже, поэтому пусть плавают. Ну, тепленькая, кстати, пробовала днем. Сейчас, по идее, наверное, еще теплее. Тест-драйв бассейна. Тут 1 метр? Смотрите, на что идут блогеры ради вас. Че, холодно? А я пробовала теплое. Ну, теплее, чем на море, мне кажется, градусов 22. Смотрите, этот человек вам говорит, да нормально в январе купаться, что уж там. Не, кстати, вода реально нормальная. Может быть, даже я искупалась бы. Отпускай. Ага, отпускай. Зацепилась меня. Не, я Монике говорю, отпускай. Все, я пойду в свой VIP-лакшери резорт без спа беседку. На самом деле, еще не в беседке валяться, а вот здесь посидеть. Смотрим. Шикарно. 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 Все шикарно. Мне кажется, до нас тут шума так не было. Вам не кажется, что до нас тут так шумно не было? Кстати, вот здесь высота 2 метра бассейна, вон там метр. Ну что, рассказывайте ваши ощущения. Еще холодно? Ну, вообще уже все купаются вообще. Вообще шикарно, ребят. Маленькая кафеську, а кафеська-то не работает вечером. Ну, только по заказу, если только что-то заказать, да? Ничего не работает. Пойдем, Моника. Пойдем. У нас с собой есть, пойдем. Сегодня у нас романтическое свидание, Денис Андреевич, в самых лучших шлепках мира. Ну-ка.